Самое большое счастье, конечно, жить там, где ты родился, на своей родине. Но наша родина нам ставит, конечно, такие сложные условия выживания, а иногда, и как вы прекрасно знаете из нашей славной истории, людей выкидывали просто из страны, ну, в Советском Союзе. То есть даже, можно сказать, ты зубами уже цепляешься, уже на все готов, чтобы остаться, а тебя просто выбрасывают и как говорится, все. То есть вот наша родина так, вот такими вещами отличается. И, конечно, условия выживания могут стать настолько невыносимы, что уже, как говорится, вся радость пребывания на родине, она уже фактически будет сведена на нет. Не говоря уже о дрянной медицине и всем том, что в результате, как говорится, ты можно просто уже и в ящик сыграть, и, как говорится, и о тебе все забыли. Но если, конечно, у тебя есть возможности какие-то, ну, более-менее честным путем добытые возможности, то лучше, конечно, жить здесь. Самое лучшее — жить здесь у нас. Я считаю, что вот я вот как раз именно патриот местности, понимаете, вот патриот души местности. Поэтому здесь, конечно, лучше всего здесь. Ну, а я прозевал поворот нужный. Сейчас мы опять вперлись в Аку. Как-то мне все-таки соблазн вернуться, развернуться и там идти на Калугу через Серпухов. Ладно, посмотрим. Да. Хорошо бы, конечно, поснимать с моста, но ладно.